тамбур. А гладь, раскол и бисер. Да, гладь, раскол и бисер. Раскол. Раскол, да. Раскол. Вот эти вот все швы, это в раскол. Здесь, вот это, да? Это да, это все в раскол. Сегодня мы с вами его начнем изучать. Это самые простые швы. Их очень легко освоить. Почему испокон веков женщина вышивала? Девочка начинала вышивать где-то с 7 лет. Начинала вышивать свое приданое. И подарки на свадьбу. По качеству вышивки могли судить, насколько какая талантливая, какая трудолюбивая девушка.